предоставляю слово директору Института маркетинга и менеджмента МСИ, доктору технических наук, профессору экономических наук, профессору Ларисе Александровне Дочину. Спасибо. Добрый день. Я рада приветствовать вас на нашей площадке МСИ, как известный инновационный вуз, который всегда занимался информационными технологиями, еще тогда, когда они только зарождались в России, в принципе. Поэтому неудивительно, что именно на нашей площадке вот организованы такие семинары. А институт менеджмента, собственно, тот институт, который занимается маркетингом с тех пор, как он объявился в России вообще. Да? Поэтому логично, что все, что связано с продвижением на рынок, все, что связано с продажами, какими-то рыночными технологиями и вкупе с интернет-технологиями, логично, что это все именно здесь. И здесь самая лучшая площадка. И я рада приветствовать вас, поскольку понимаю, что не всякий сейчас хочет учиться, и не всякий вот так вот готов свое время тратить на развитие, на обучение. Поэтому я понимаю, что здесь собраны самые-самые лучшие люди страны, да, которые хотят развиваться, которым не все равно, это наше будущее. Поэтому мы тем более рады, что вы здесь, и что вы так серьезно настроены на развитие. Мы открываем эти семинары, это будет серия семинаров, открываем совместно с компанией «Семкомплекс», да, известная компания на рынке, с 2006 года работает в области интернет-маркетинга успешно, имеет очень серьезные сертификаты в рамках Google, Яндекса и сотрудничает с компанией Google, что тоже говорит само за себя. Поэтому сегодняшний семинар мы посвящаем, собственно, то есть области знаний, которую эта компания несет на рынок, в которой она глубоко профессиональна, если так можно выразиться, да, это персонализация сайтов, это онлайн-продажи, продвижение продаж. И поэтому Бог в помощь, что называется, чтобы все было у вас благополучно, чтобы вы все знания, которые получите в рамках семинара, могли в своей профессиональной деятельности использовать эти знания. Успехов вам больших, чтобы еще было интересно. Мы всегда очень ориентированы на клиента, поскольку маркетинг – это наша жизнь. И поэтому, если вдруг какие-то у вас будут сомнения, проблемы, вопросы, может быть, какое-то недовольство, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем всегда рады что-то изменить по ходу дела. Иначе мы не маркетологи. Так, я передаю слово тогда руководителю программы. Спасибо, успехов. Спасибо большое за вступительное слово, за открытие нашего сегодняшнего мероприятия. Наше сегодняшнее мероприятие действительно посвящено вопросам интернет-рекламы, интернет-маркетинга. Называется «Персонализация сайта и другие современные технологии повышения онлайн-продаж». Сегодня будет много интересных кейсов, полезных. Если у вас возникают вопросы прямо по ходу, чтобы у нас не в виде семинара сегодня проходило мероприятие, а в виде больше онлайн-тренинга. Поэтому мы в конце оставим место на разбор именно ваших конкретных кейсов. Я думаю, что у каждого из вас уже есть сайты, либо кто-то задумывается о создании или продвижении вашего сайта. И все сталкивались с какими-то вопросами, с проблемами. Поэтому всегда лучше разбирать на ваших конкретных кейсах, чем на каких-то мифических кейсах, которые, в принципе, там когда-то мы делали, когда повышали онлайн-продажи. Поэтому в конце мероприятия мы обязательно оставим место на мастер-классы такие, и во время самого мероприятия, если встречаются вопросы прямо по ходу, то останавливайте спикера и задавайте эти самые вопросы.